Защищайте. Шестнадцать дней сидели в подвале с детьми. Мы ели кусочек сыра, сами не ели, а давали детям, чтобы дети только ели. Люди пошли по воду в колодец, они, вот украинцы эти, стреляли прямо по людям. Ноги простреливали людям. Женщина лежала с простреленными ногами, все боялись ее просто хотя бы оттуда вытащить. Они стреляют. Пошла по воду, все. И все без воды мы сидели, даже не захотели идти к этому колодцу. Зашли украинцы и говорят, ну, люди, помогите выбраться с подвалов. Как можно выбраться? Он так рубашку свою, шубу, что он там раздвинул, берет гранату и алло, говорит, как можно отсюда выбраться? В гранату. Представляете, это издевательство просто. А, мы сегодня не выбираемся, ложат гранату обратно, и люди сидят вот так в шоке, что им делать? Это жестоко. Хуже фашистов, понимаете? Хуже. Украинские военные не хотят выпускать. Понимаете, они за нас прячутся, за нами. Мы все это там знали. Даже те, кто срывался сами на машинах, у кого были, они расстреливали. Хочется сказать, Господи, ну просто помогите тем, кто там остался. Там осталось очень много детей. Страшно было, да? А там кает. Дом кает за его. Там дом кает. Еду готовили на кострах. Воды практически не было. Никто не эвакуировал нас, ничего. Мы просили у Азова еды. Они нас посылали просто всего-навсего. Пока чеченцы не пришли, чеченцы нам уже начали помогать. И они нас выводили под снарядами. Мы бежали с детьми, со всеми бежали. Нас эвакуировали оттуда. Помогли детям, молоко дали, еду дали. Деткам конфеты давали, еду начали давать, там палку колбасы могли дать детям. Деньги давали, чтобы потом могли что-то купить. Вот мы сюда приехали, у нас денег нет, у нас и деньги на картах. Если бы не чеченцы рубли не давали, мы бы не могли здесь ничего вообще купить. Нас военные в подвале... Сказали, чтобы мы выходили. Мы выходим, там один военный стоит. Нас защищает. И еще я слышу вертолет. У тебя есть мечта? Чтобы война закончилась. И еще, чтобы я попробовала. Что? Чтобы я такие оладики, знаете, такие оладики, и там внутри шоколад в магазине продается. И я хочу их с какао.